Всем здорово, ребята! И сегодня, спустя стольких лет, где-то вы это по-любому слышали, я заснял ролик давным-давно, я не помню, куда это, я это говорил в начале лета, да, 23-го года. Ну, в общем-то, сегодня я вам покажу охренительный одуванчик на ФНАФ-фильм. Ребят, кто смотрел ФНАФ-фильм, вот напишите комментарий. Я вот смотрел, он просто имбовый. Тут, короче, вот такие вот персонажи. Тут есть разные детали, это все из фильма. Я вам все покажу, все детали, которые... Все вам покажу. Этот мод. Ну, его можно будет скачать в приложении MPK Master. Точно так же, как и в Telegram. Без разницы, где вы можете. Просто вот заходите в Play Market, вводите. Скачать MPK Master. Или просто MPK Master. И там будет иконочка фиолетовая и золотая кирка. Уйдите, скачивайте и просто... Там потом в своем ПК-мастере вводите на фильм и там все такое. Ну или как-то так, я не знаю. Ну, в общем, давайте начнем. Первый вот у нас идет наш любимый Баняж. Баняж — это мой любимый аниматроник. Ну и посмотрите на эту майнкрафтерскую. Прям вот по Майнкрафт прям подходит. Респект автору, он русский. Кто создал этот мод? Потому что у него есть Телеграм, я за ним следил, сейчас я у него удалился. Вот, шикарная моделька. Я специально всегда включаю день, чтобы... Сейчас мы сделаем смену дней и ночи. Я еще потом покажу на цифровой цирк. Да, уже много дончиков на цифровой цирк, ребят. Я тоже смотрел. Ё-моё, мне это всё. Давайте посмотрим уже. Ночь. Было бы прикольно. А так, в принципе, у него вот такие глаза вот так светятся, это даже крипово, ты тоже смотришь. Давайте сделаем день. Следующий, это идет Фредди Маск, это вот такая сцена из фильма, я ее помню. Вы просто сидите, и на вас вот это вот потихонечку вот так вот одевается. Давайте это посмотрим. Вот это сам Фредди. Это для маски, и вот так вот майка. Его посадили сюда и хотели вот так вот убить. Но он успел выбраться. Обожаю этот момент. Следующий у нас идет Спринг Бонни. Тут есть Спринг Бонни, только с улемом автором. Но это обычный Спринг Бонни. Вот такой вот красавчик у нас. И подожди, почему? У него есть эндоскелет внутри? Либо... Да, ему. Нет, у него... А, это, наверное, костюм. Потому что эндоскелеты я не вижу. Смотрите, глаз нет. Видите, глаз нет. Скорее всего, это... вот игрушка. Потому что у него глаз нет. Я чего-то не вижу. Да? Ладно. Следующий это у нас пасхальный персонаж в парке, который появлялся в FNAF 1. Вот так вот он. Он есть в фильме. Есть кто смотрел фильм и кто его не заметил, то обязательно вот посмотрите еще раз и присмотритесь. Короче, вот так вот он выглядит шикарно. Я помню, он был без руки. Он даже был вроде... Он уже показывал телеграм-модельки, как он их делает. Вы посмотрите на эту шикарную модельку. Просто в парке. Спарки. Вот само. Интересный факт. Во FNAF 1. Смотри, какая анимация, как он считается. Смотрите. Шикарно. Вот прям шикарно. Вообще. Вроде как этот аддон делал Maker Studios. Или кто делал? Подождите, я чуть не помню, кто его делал. Я не знаю, знает ли кто-то Maker Studios. Или как там, господи. Такой есть создатель. Он создает моды по FNAF. У него есть по попе Playtime. У него есть поэтому и всему. Ребят, запускай, по скибиди туалетам больше не будет обзоров. По причине того, что это просто уже не хайп, это уже как бы не популярно почти. И вот сейчас на фильм и цифровой цирк более-менее популярны, вот я буду выпускать. По фильму еще есть аддон. И вместо Фокси хотели сделать Спарки. Если, конечно, или вместо Бонни. Или вместо Фокси, что-то из этого я не помню. Ладно, следующий это у нас Афтон. Это в костюме Ангри. Вот такой вот злой, посмотрите на эту шикарную модель. Просто с ножом бегает, вот такой снял маску, это просто жесть. Шикарно. Мне нравится. Следующие это у нас идут души. Они за ним, как вы видите, гонятся. Погнали, давай. Давай. Ребят, спавни, оставил. Улемафтон, ты просто убил всех детей. Мы тебя отомстим. Давайте, души мои, давайте. Если что, он не схлопнется, но тут есть эта анимация у другого костюма. Все, не его убей. Красавчик. Бабы и мужики, красавчик. Следующий у нас идет Чика. Вот Чика у нас шикарная моделька. Тут есть... Я скачивал первую версию этого мода, но первая версия, она
Там нет спарки, там нет спрингбони, там есть вот это вроде маски, вот. Плюс видно, модельки изменили. С душами. А это твои друзья? Да? Ну, короче, шикарная моделька. У нее тоже по-любому не свет. Кстати, она моргает! Она моргает или как? Что она делает? Что она делает? Ну, короче, шикарная моделька. Следующий это Олд Спринг Бонни. Вот! Вот, смотрите! Он держит нос, и тут Уильям Афтон. Он сам показывал Maker Studios. И у него уже есть анимация смерти. Так давайте уберем, кого я показывал, потому что они тут просто лишние. Так, ща. Опа, опа. Так, мы. Угу. Так, опа, 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 опа. Все. Так, давайте начнем. Сейчас мы быстренько возьмем медь. Кстати, тут же нос добавляется. Тут минус 15 урон. Сразу же говорю, ему надо просто до хренища урона нанести, чтобы он сдох. Это собака. Но, да. Вот так, кстати, играл в фильме и выглядел. Просто жесть. Все, я думаю, кто смотрел, видели этот момент, когда он сунется, схлопнулся костюм. Но это было никак не так реалистично, как у ФНАФа. Типа, у него там просто схлопнулся, он не так орал, такой, а он просто, блин, вот так какие-то звуки издавал, это нереалистично. Я бы орал, как сумасшедший, у меня костюм схлопнулся, мне прям показывают, как у него схлопнулся. Во-во-во, смотрите. Смотрите, посмотрите, видите кровь. Вот он достает, он хочет снять этот костюм. Смотрите, смотрите. Но он сейчас упадет. Смотрите, вот так вот. Это анимация смерти. Может для карты использовать этот дончик, ребят. Или для фильма. Давай, давай, падай. Сейчас он упадет. Все. Вот он. Вот такая вот стенка у нас. А эти стоят, они стоят. Они им нравятся, да? Они переговоры. Это у них переговоры не будем мешать. А у них переговоры, как убить Уильям Афтон. Хотя он уже сдох. Посмотрите, даже... Юма! Это баг. Так, автор исправляет. Баг. Смотрите, я двигаю, он встает. Это баг. С чего он делал? Подожди, он встает. Ладно. Ну, короче, вот. Так, следующий-то у нас идет Purple Guy. Вот как он выглядит без костюма. Это вот он в костюме. Вот это ты. Вот это ты в будущем. Ты понимаешь? Вот это твой друг из будущего. Братанчик, ты понимаешь? Зачем ты залез в этот костюм? Ты бы не убивал детей, ты бы жил обычный приказ в жизни. У тебя бы не умерла, у тебя бы не умер, как его там, Элизабет и, господи, как этого, пацана, которого в голову, как его там зовут, зачем вспомнил? Кэссиди. Вот они бы не умерли. Майк Афтон тоже умер в шестой части. Не в пятой, ребят, он в шестой. В пятой части мне вопрос залез Эннард, чтобы Эннард выбрался на свободу. А в шестой части, так, это в пятой части нам показывали, как Эннард выплюнулся с тела Афтона в канализацию. И потом в шестой части они сгорели. Он решил тоже сгореть по причине того, ну как бы там его семья, хочешь вместе с семьей, там была и Элизабет, там была и марионетка. Ну короче, вот. Ладно, следующий у нас вентилятор. Просто обычный вентилятор. Обычный вентилятор, ничего сказать. Следующий кино Фокс, кстати говоря, они могут нападать на Уильяма? Они не нападают. Смотрите, это очень странно. Типа я возьму, оп, видите, они не нападают на нее, это очень странно. Ну, короче, Фокс шикарная моделька. Просто, ну, ты красавчик. Ну, ты красавчик просто. Следующий это Спринг Афтон. Это просто, смотрите, как он просто, это он просто одел костюмчик. А это починенная версия, как он одевал этот костюм, чтобы убивать детей. А потом он через время забросил этот костюм, и он стал вот таким. Вот таким он был, почти, вот такой красивенько, вот такой он стал. Ну, короче, он вот он выглядит, вот он внутри. Короче, ребячка. Следующий у нас Фредди Волком, вот так вот. Это, вот я же говорю, это для карты можно использовать, посмотрите. Просто шикарно, вот так он шатает рукой. Шикарно, шикарно, автору просто респект. Следующий у нас Фредди, я забыл его показать. Вот он, тоже шикарная моделька, вот это все. Так, тут есть блоки, тут их прям очень мало. Только три блока, я так понимаю, да? Так, блок... Подожди, точно нету, да, других блоков? Ему не лагает. Сейчас. Да, вроде да, я всех показал. Вот такие вот у нас блоки, это может быть для карты, а ты еще раз говорил. Вот так, вот так вот взяли, вот так вот поставили быстренько, вот так. И вот такие, оп. Вот так вот у нас получается. Короче, ребят, вот. Ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. О! Атака! Охренеть, они... Смотрите, он...
Он их ослеплять вроде может. Я не буду проверять, я потому что я видел уже видосы, там один ютубер уже его показывал. Вот, вот я тоже хочу показать. И они могут ослеплять, сразу говорю, когда они у тебя бьют. Свинья! Свинья в атаку поперла! Свинья, давай! Все, они его убили. С него нож выпадает. Пам, пам, давайте, я убийца, давайте нападайте. Ладно, еще раз говорю, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Увидимся с вами в следующих видео. Ссылка на мой телеграм в описании, там вся информация, выкладываю мод. Вот этот мод я тоже выложу в своем телеграме. Ну и можно скачать в МПК Мастер. В Play Market вводите скачать МПК Мастер или просто МПК Мастер. Он скачивается, там уже ищите, это уже ваши проблемы, не нашли, вы нашли, без разницы. Но он там есть, сразу. Ладно, всем удачи и всем пока.